Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале FinSkate. Мне, как видите, пришла посылочка. К сожалению, распаковки в этом видео не будет, но она уже вышла, наверное, либо выйдет. И здесь по пасхалочке перейдете и посмотрите ее. Мне вообще должны пойти сразу две посылки, но пришла пока только одна. Ну вот, я буду надеяться, что она не будет очень долго идти. Дорогие друзья, хочу вам порекомендовать очень классный канал Владимира. Он снимает очень много обучалок, теста скейт-стафа, заказывает напрямую из Америки. И все это вы можете увидеть на его канале. Привет, скейт, с вами Владимир, добро пожаловать на наш канал. Ссылочка, естественно, в описании. Переходи, смотри, подписывайся. Снимаю сейчас подвески с доски. Мне эту доску дал Егор. Покатался я на ней всего полчаса. Давайте я вам расскажу. Тогда меня спрашивали, задавали неоднократно вопросы вообще, что за колеса, что за подвески. В общем, Independent подвески. Колеса у меня от немецкого комплита, бланковые, ну то есть я не знаю, что за ферма, просто колеса были какие-то. Жесткость примерно 100, диаметр 51, примерно я говорю, ну потому что там не было написано. Подшипники здесь Bones Super Reds. Почти год на них катаюсь, нравятся пока что подшипнички. Пока еще один всего поменял, потому что там один шарик вылетел, что-то нарушилось, но как он крутится, все нормально, а остальные пока еще крутятся. Мне вот такая вот досочка пришла из скейтшопа Desire. Сейчас буду клеить шкурку. Специально для таких вещей новенький ножик. Запакованный был. А я попрошу вас обязательно поставить под этим видео лайк. И, ребята, очень часто сейчас YouTube стал снимать лайки. Почему, я не знаю. То есть ты ставишь лайк, и буквально через минуту этот лайк пропадает. Так что вы сейчас поставьте лайк. А через минуту я вам напомню. Вот здесь вот видно, вам нет. Я решил заклеить вот эту фигню, потому что мне она не нравится. Что пусть будет шкурка чисто черная. Единственное, пугает меня вот эта вот штука. Но будем надеяться, на катке это не отразится. Ставим лайк, проверяем. Стоит ли у тебя лайк, потому что очень часто лайки, как я уже говорил, просто YouTube убирает твои. Ты такой поставил лайк, думаешь, ой, я лайк поставил, а потом смотришь, а лайка-то нет. Поехали кататься. The next day. Устал совсем. Не буду францать. Можешь как-нибудь в следующий раз повыше найду, что-нибудь здесь сделаю.
заклеил тапок. Сейчас вам покажу, как он получился. Вот, получилось вот так вот. Здесь, причем еще DC от старых кед заплатка. Тут даже дырка от шнурка. Ну, в принципе, думаю, нормально будет. Главное, чтобы не оторвалось. Но обычно этим клеем клею, он не отрывается, хорошо держится. Вот, я его как? Вначале клею клеем, а потом кладу в морозильник на несколько часов. И он застывает еще больше. Привет. Давай еще. И трюки, когда непонятно там, типа, то ли это на узгрань, то ли это крукет, то ли это крукет. И вот такая вот. Носграйн. Ну скажу, обычный день скейтбординга, это прикольно, мне нравится. Что подписывайтесь на его канал, я залетаю туда часто там. А насчет трюка что у тебя? Херовая херня прям вообще. Не очень красивый и сложный. Вот так вот. Лучше шовиты делать. А Ференс молодец. Давай. Flashback. Вот такая вот штука получилась на голове. Наконец-то. Так приятно. А, классно. Спустя почти 3 часа. Такая легкость на голове. Такое ощущение, что целый месяц ходил в очень тяжелой шапке и теперь ее снял. Так прям хорошо. Можно спокойно голову почесать. Аж спать захотелось. 3 days later. Дорогие друзья, сегодня я купил кроссовки, потому что мои совсем дырявые стали. Я купил Vans пакетик, пока интересно, да? Достаем коробочка Vans. Теперь смотрим на цену. Ну, думаю, по цене понятно, что это паль. Ну, накатку там на пару месяцев пойдет. Смотрим тут. Вообще, это должен быть стикер, но это просто картонка. Вот такие вот Vans'ы. Темно-синего цвета. Тут почему-то не красный. Но они, главное, удобные. У них хорошая подошва. Вот я выбираю всегда подошву. И чтобы здесь вот было для флипов толстое. Оно толстое, мне понравилось. Вот так вот они на мне выглядят. Вот так вот они выглядят сбоку.
Думаю, прикольно. Ты можешь, кстати, если уже это видео вышло, как я в них катаюсь, вот здесь вот, пасхалка, перейди, посмотри его, поставь лайк. Обязательно, напоминаю, поставьте на это видео лайк, поддержите меня, напишите какой-нибудь комментарий. Спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно тебе действительно понравилось. Спасибо за твои лайки, за комментарии. Пиши что-нибудь в комментах, если есть тебе что сказать. Переходи вот здесь вот видео, очень интересно, мне очень понравилось. Видео Владимира, он тестит карбоновую доску Power Peralta, которую я очень хочу, но пока что никак. Это видео мне понравилось, надеюсь, и тебе понравится. И подписывайся на его канал. Пока.